Подвиг никогда не умирает, в памяти хранит его народ. Слава тем, кто жил в заветном крае, слава тем, кто ныне в нем живет. Мы даем старт традиционному всероссийскому месячнику 2021 года, посвященному Дню защитника Отечества. Месячник – оборона массовой работы, проходящий под девизом «Помним, гордимся, наследуем». Все мы знаем, что в трудные для России времена наш народ встал на ее защиту. Знаем, какой ценой завоевана победа в Великой Отечественной войне. Мы не имеем права забывать тех, кто достойно выполнил интернациональный долг в Афганистане. Тех, кто помог принести мир в чеченские семьи, кто и сейчас в боевом строю. Мы приветствуем солдатских матерей, чьи сыновья служили и служат сейчас в рядах российской армии. Ради жизни других людей шли на подвиг наши предки во времена Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. И именно ради жизни на родной земле несут сегодня службу наши мужественные воины-современники. Восходят рассветы, сгорают закаты, не знает, не ищет земля тишины. В трудах и тревогах сидеют солдаты, герои давно отгремевшей войны. Есть такая профессия – Родину защищать. И каждый год в ряды вооруженных сил уходят недавние выпускники нашей гимназии. Пусть я маленький, Ерошка, пусть коверкую слова, но мечтаю я немножко быть смелее седого льва. Мама хочет дипломатом сделать в будущем меня. Папа хочет адвокатом, чтобы стал когда-то я. Я их слушаю серьезно и киваю им в ответ. А потом в припрыжку к деду у него спросить совет. Не хочу быть дипломатом, адвокатом не хочу. Буду родиной солдатом, деду громко прокричу. Ну а ты, любимый деду, улыбнешься, как всегда. Эх, мой милый непоседа, офицером будешь, да? Я тебя услышу, деда, генералом стану я. Пусть сейчас я непоседа, то теперь мечта моя. И скажу я за обедом маме, папе и коту, что пойду, мой милый деда, я в военный институт. Там я буду занят делом, все науки изучать. Там меня научат смело маму, папу защищать. А погоны на рубашке, темный кожаный ремень и ботинки, и фуражку чистить будет мне не лень. И все девочки задорно улыбаться будут мне, как домой поеду в форме к дяде, к тете, всей родне. Пусть я маленький, Ерошка, пусть я взрослым не считаю. Вот такая вот немножко защищать страну мечта. По всей стране люди приходят к мемориалам славы, чтобы выразить скорбь, любовь, благодарность солдатам, защищавшим Родину. Никогда не забудут люди об их подвиге. Право возложить цветы к мемориальной доске Андрея Голицына, учащегося гимназии, погибшего при исполнении воинского долга, предоставляется нашим выпускникам. К памятнику поколений. Памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и воинам-интернационалистам возложить цветы предоставляется активам классов. Каждое время рождает своих героев, но ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном уровне, венчая собой лучшие качества человека, гражданина, патриота. В наше время в российских парнях не иссякли верность долгу и традициям старших поколений. Непреклонная воля к победе, отвага. В память о всех тех воинах, кто не дожил до сегодняшних дней, объявляется минута молчания. Обелисков ровный ряд,
уроке нашем. Ученики разбили сад во славу ваш. Я часто прихожу в тот сад, оставив книжки. В могилах воины лежат, совсем мальчишки. Деревья весы здесь всегда склоняют низко. Сияет красная звезда на обелисках. Колокола на церкви бьют печальным стоном. И люди добрые идут с земным поклоном. Кровь на обугленных полях давно остыла, но только помнит та земля, как это было. Как уходил в последний бой, служа отчизне, тот, кто пожертвовал собой во имя жизни. Надо за сами мать с мольбой в ладони пиши, но материнскую печаль дитя не слышит. Не домечтал о светлых днях и в браке не был. У паренька большие глаза, застыло небо. Весной оденется тот сад в наряд невесты, а с юга птицы прилетят, и в гнездах тесно. Вот солнце летнее взошло, к границе блики. На плитах четное число цветов. Обелисков ровный ряд в поселке нашем. Ученики разбили сад во славу.